Идея расположения нашего университета в Августинском монастыре я нахожу очень прекрасной и в какой-то степени аутентичной, поскольку как студентка культурного наследия и туризма я очень часто сталкиваюсь с таким, что первые университеты основывались при каких-то духовных семинариях. Поэтому я думаю, что здесь университет обретет свой полноценный дом и будет существовать очень долго, мирно и радовать всех остальных. Здание, которое прошло процесс реконструкции, реставрации, очень удобное, очень комфортное. Здесь можно проводить экскурсии, здесь можно фотографировать, здесь можно заниматься взятием интервью, потому что мы находимся в центре старого города. Пока здесь очень пусто, здесь очень большое эхо, но я думаю, что когда мы здесь начнем учебу, то здесь будет очень по-семейному. Здесь будет превосходная практика для студентов программы «Культурное наследие и туризм», чтобы проводить экскурсии, показывать абитуриентам, их родителям, что это не просто здание какого-то монастыря, но это здание прошло процесс обработки, оно полностью позволяет здесь учиться и проводить 12 часов в сутки.